Кира. И всем привет, ребята! Сегодня Мишка-шалунишка терроризирует Макса Лол. Обязательно досмотрите до конца, чем же все это закончится. Ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал. Ура! Кати никого в комнате нет. Так, куда бы мне свои бусы-вкусняшки спрятать, чтобы Кати не нашла? Ну вот, неплохо вроде бы. Ту-ту-ту-ту-ту. А я все видел. Блин, Мишка, ну ты что, стукач такой, что ли? Не говори Кате. Катя моя лучшая подружка. Я ей обязательно все расскажу. Ах ты, червяк такой. Тьфу ты, точнее, Мишка-шалунишка. Что ты хочешь? За молчание говори. Конфетку. Или тортик. В общем, какие-нибудь вкусняшки. Ладно, так и быть. Пойду посмотрю что-нибудь в холодильнике. Интересно, этот ротозей пирожные любит? Надеюсь, не удастся откупиться. Мишка, на вот тебе вкусное пирожное. Такое вкусное пирожное. Хочу еще. Этого мало. Неси конфет. Мишка, ты что так быстро съел? Да нет у меня больше ничего! Ох, и расскажу же я все Кате! Ладно, ладно, сейчас что-нибудь принесу! Блин, ну что ж, я не подумал, что там этот говорящий медведь Катя сидит! Теперь он будет меня терроризировать! А что? Это идея! Ну и что это? Это очень вкусные и полезные фрукты! И они сладкие! Хорошо, я попробую! Мишка! Ну мы же с тобой договорились, что Кате ты ничего не скажешь, правда? Про то, что я спрятал! Слушай, Макс, я даже не знаю, подумать надо. Если сейчас наемся, то ничего Кате не скажу. Вот же брюхо ненасытное! Пока он живет, я перепрячу. Макс, а куда это ты понес прятать опять свою пряталку? Слушай, Мишка, я тебе все отдал, что у нас было в холодильнике! Даже фрукты отдал! Так что, пожалуйста, отстань от меня и молчи, как мы с тобой договаривались! Кате интересно будет узнать, что же ты там прятал! Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми!